как арендовать здание для расширения частного производства или же приобрести земельный участок для организации конно-спортивного комплекса на территории городского округа Щелково. Все это можно было узнать, посетив единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей, который состоялся в новой общественной приемной партии «Единая Россия». Она располагается по адресу 1 Советский переулок, 2А, куда переехала с улицы Кооперативной. Каждый предприниматель пришел со своим наболевшим вопросом, который хотел бы не только детально обсудить, но и найти решение. Прием провели вице-президент Союза торгово-промышленной палаты Антон Малинин, депутат Совета депутатов Дмитрий Васин и представитель уполномоченного по правам человека в Московской области Вера Евтушенко. Они постарались максимально подробно ответить каждому, объяснив, куда обращаться, какие документы собрать, какие действия в приоритете. Например, Андрей Сулимов, владелец швейного предприятия, хотел бы получить в аренду здание бывшего ФАПа, фельдшерско-акушерского пункта на территории деревни Мишнева. Это позволило бы расширить частное текстильное производство. Сложность получилась в том, что помещение есть, но при объединении... предварительные вопросы, заявки все подал в администрацию, в местную администрацию Трубинскую. Такое ощущение, что при объединении округа, когда его соединяли, его забыли передать на баланс. В первую очередь, наверное, здесь на месте надо Дмитрию Юрьевичу задать вопрос. Я думаю, у него быстрее это получится понять, чье это. Логин. Да, я записал. Это главврач. Да. Вот к нему меня направили, то сам звонить не стал, но... Мы, наверное, сделаем лучше запрос официально. Мы заслушали вопросы, проблемные моменты представителей предпринимательского сообщества, 3 человек. Большинство касалось, конечно, вопросов землепользования, имущественных отношений, но в том числе и развития сельскохозяйственного производства, вопросы легкой текстильной промышленности. В рамках партийного проекта партии «Единая Россия», который называется «Предпринимательство», мы имеем прямую возможность организовать взаимодействие предпринимательского сообщества с органами исполнительной власти, в том числе даже законодательной власти. Партийные приемы, в том числе для местных предпринимателей, проводятся партией «Единая Россия» на постоянной основе. Это помогает не только решить конкретные насущные проблемы, но и постоянно держать руку на пульсе, помогая жителям установить контакт с различными структурами, с которыми самостоятельно гражданину связаться порой довольно сложно. Поэтому такие приемы будут проводиться регулярно, теперь по новому адресу. 1 Советский переулок, 2А. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.